Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Дагестан на подконтрольной территории российско-азербайджанской границы предотвратили ввоз 36 тонн малины, которая была с нарушением карантинных фитосанитарных требований. На пункте Тагиркент-Казмаляр было задержано две партии этой ягоды. В ходе инспектирования специалистами были выявлены факты несоответствия информации маркировок с фитосанитарными сертификатами. Это является нарушением решения комиссии Таможенного союза. Сейчас в отношении виновных лиц возбуждено административное дело. Отметим, что товар следовал в Россию для дальнейшей реализации. Грузовые машины с подкарантинным продуктом отправлены в страну импортера.